Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка-продажа «Икра и рыба камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как, приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится, очень хорошо. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Для профилактики и лечения вирусных болезней, которые весной особенно опасны, предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чевыча, которую еще называют королевским лососем. Чевыча? Потому что там много омега-3 и микро, и макро, да. По телевидению передавали, что на первом этаже продается камчатская рыба. Покушать надо. Камчатская вкуснее. И икра тоже вкуснее. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д, Е, а также белками, фосфором, кальцием, полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом. Она будет работать до 29 апреля включительно.